В Карагандинской области приземлился экипаж Международной космической станции. На его борту были россиянин Антон Шкаплеров, итальянка Саманта Кристофоретти и американец Терри Вёртс. За время пребывания на орбите команда выполнила сотни научных экспериментов. По просьбе карагандинских священников на станцию экипаж взял главную святыню местного православного собора. Реликвия совершила вместе с МКС 200 витков вокруг Земли. По традиции от карагандинских властей космонавтам презентовали чапаны, а Роскосмос вручил матрешки в память об экспедиции. Из-за гибели грузового корабля «Прогресс» экипаж вынужден был оставаться на орбите дольше запланированного времени. Благодаря этому Саманта Кристофоретти смогла установить новый мировой рекорд по самому продолжительному полету женщины в космосе – 200 суток. Это, конечно, произошло совсем случайно. Это не зависит от меня. Я просто случайно там находилась, когда был несчастный случай с «Прогрессом». Поэтому я с этим ничего не имею, я не раскрутила никакие винты на «Прогрессе». Конечно, это был нечастный случай, это плохо для программы станции, конечно, но для нас лично, я думаю, мы были очень рады оставаться чуть-чуть дальше.